люди, которые вот смотрят телефон с утра, у них уже, ты уже устал, ты уже устал, у тебя день только начинается, а ты уже уставший. Почему? Потому что вся твоя энергия уходит на этот телефон, уходит на этот планшет, смартфон, уходит на какие-то ненужные вещи. Всем привет! Всех приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу рассказать на тему, как везде успевать. Да, эта тема такая, знаете, наверное, в нашем веке, в наше время это считается очень такой актуальной темой, потому что везде много информации, везде много запросов, и поэтому мы всегда хотим быть идеальными, мы всегда хотим быть везде успевать, чтобы у нас все было хорошо. И в связи с этим просто у меня, почему эта тема появилась в голове, потому что я сама столкнулась с этой проблемой, это раз, и два, у меня все спрашивают: вау, ну Райана, там, как ты успеваешь, у тебя все дела, там, ты при этом работаешь, уже на работу вышла после декрета, и при этом у тебя влогинг есть, у тебя и дом чистый, у тебя и еда приготовлена, муж доволен, дети довольны, все счастливы, все одетые красиво, все ухожены, все, в общем, все отлично у тебя. И у меня вопросы дают многие, и при этом мне говорят еще, конечно, очень большой комплимент, что я хорошо выгляжу. Девчонки, я хочу вам правду сказать, что те, которые не успевают, которые придумывают тысячу причин, это просто ваши причины, и это ваша лень. Да, признайте, что вы ленивый человек, что вы не можете взять ответственность на себя. Да, потому что это все ответственность, то, что ты ставишь какие-то цели, да, в жизни, и то, что ты планируешь свой день, планируешь свою жизнь, в конце концов, это все зависит от тебя. То есть у тебя есть ребенок или нет, у тебя ты там каким-то делом занят или нет, это все второстепенное значение. На самом деле это все зависит от тебя. То есть можно и, знаете, вот можно и пятерью детьми, и при этом работать, при этом вести бизнес какой-то, все равно можно успеть. Это все зависит, как ты располагаешь свое время, как ты используешь свое время, используешь свой тайм-менеджмент обязательно. То есть в этом плане тайм-менеджмент очень важный фактор. И поэтому, когда мне говорят, что вот так, вау, почему, как ты это все успеваешь, на самом деле это все планирование. Нужно планировать свой день, нужно не тратить энергию на какие-то чепухи, да. И когда вот так говорят, ко мне обращаются, я это пытаюсь объяснить, и я смотрю на этого человека, который вот там вот разговариваешь, на самом деле, если понаблюдать за этим человеком, понаблюдать, да, то человек тратит очень много энергии на ненужные вещи. Ну, допустим, да, на ненужные вещи это что? Человек курит. Раз. Да, вы мне скажете: ой, ну Райана, я хочу курить, я не могу, и так далее. На самом деле можно бросить курить. Вот тебе курить что дает? Ну вот что дает тебе? Что, как тебя успокаивает курение? Никак. Ты даже не можешь ответить на вопрос. Курить. Также что? Пить алкоголь. Что еще? Душевные разговоры с подругой по телефону. Вау. И типа ты свои проблемы решил. На самом деле нет. На самом деле ты просто свое время, твое время все нету. Ты каждую секунду у тебя идет. Каждую секунду. И ты эту секунду, ты не возвращаешь назад, ты не можешь возвратить назад. Вы не должны тратить свою энергию на какие-то ненужные вещи. Ну, допустим, да, я точно хочу пример показать, чтобы все было понятно, внятно. Допустим, я хожу в спортзал, да, с детьми, я вожу детей на плавание, точнее, старшего ребенка.
я там хожу, у меня там очень много знакомых. Что на ресепшене, что на этом в клубе, который меня знают, моего ребенка знают, и мамаши, которые тоже приводят своих детей. И, естественно, мы с ними общаемся, да. И когда, ну, первый день там, да, когда общался, потом, когда они начинают, допустим, ну, ты там села, да, рядом с ней, с мамашей там какой-то, и она там расспрашивает тебя там, ой, как у вас успехи с ребенком, или там, как вы там вчера, там, не знаю, как сходили, или же как вам вообще нравится ли тренер и так далее. На самом деле это все пустяки, на самом деле это мне вообще не волнует. Я не хочу с этим человеком общаться. Я, у меня, ну, то есть от этого общения я ничего не получаю, от этого мне ничего не нужно. То есть от этого мне вообще не нужно это общение с ней. Я ее знать не знаю. То есть здесь это не гордыня или что-то там, не знаю, какой-то пафос. Нет, на самом деле просто я не хочу тратить свое время на какую-то болтовню. Да, это ничего мне не изменит. Это мне, она мне никто, то есть по сути. И когда люди сидят, бла-бла-бла, общаются, ну, это просто, я считаю, это просто пустая трата времени. Или же случай возьмем, как обычно, листают Facebook, листают рилсы, листают Instagram, листают WhatsApp статусы, листают какие-то новости, которые мне не нужны. Sorry, это и есть тайм-менеджмент. Если у тебя нету каких-то четких планов на день, ну, естественно, ты будешь смотреть на другие, на других людей и будешь интересоваться, вау, какая у них красивая жизнь, как они успевают, бла-бла-бла. Вот и все. Или же, случай возьмем, допустим, какое-то общение. Допустим, вот у нас на работе, я смотрю, у нас есть там летний этот балкон есть, и туда выходят, я смотрю, очень много, ну, у нас в компании работают молодые люди, женский пол и мужской пол, и они когда вот выходят, я смотрю, ну, когда я вот так пешком поднимаюсь, я смотрю, у нас на третьем этаже собираются там молодые ребята, молодые люди, кто-то там играет в теннис, ну, это окей, там, да, у них они движняк, у них какие-то мини-спорт, но те, которые стоят и курят, и просто общаются, они, их разговор ни о чем. То есть я никогда не воспринимала всерьез людей, которые курят. Люди, которые курят сигарету, я считаю, что они слабые люди. Да, я считаю, что они слабые люди, потому что курить, привыкание к этому всему, это просто слабость. Ну, то есть от того, что ты куришь, ты просто, ну, свою жизнь, да, каким-то образом ты сокращаешь свою энергию, это все тратится туда, на курение. Это сплетни. Сплетни — это самое плохое. Когда люди сплетничают о других, у них энергия настолько уходит, что они даже не замечают, что они каким-то образом, они от вселенного берут, да, какую-то часть обсуждающего человека, то есть того человека, то, что у него происходит, ты обсуждаешь, да, того человека, и их какая-то часть жизни переходит на твою жизнь. И ты каким-то образом ты начинаешь повторять точно так же, как тот человек, который ты обсуждал. Допустим, вот я утром проснулась, да? Я что делаю? Многие что делают? Многие берут телефон и смотрят Инстаграм, смотрят Фейсбук, смотрят WhatsApp. И у них в мозгу или же вообще в целом, да, то есть человек, что происходит? Он смотрит этот Facebook, Instagram,
у него уже того человека, который ты смотришь, да, у тебя уже столько людей, можно сказать, что в твоем доме. То есть эти люди уже с утра вошли в твою жизнь. Они уже у тебя в гостях, ты уже, у тебя нету своей жизни, у тебя нету своей цели. У тебя весь день просто пройдет напрасно. Ты вот этой всей херней увидел это все, да, впитался все это, впитал в себя, и дальше уже ты, у тебя весь день просто будет бардак. Потому что ты не можешь планировать, ты смотришь какие-то рилсы, какие-то непонятные, полчаса лежишь в постели. Даже не полчаса, это вообще полчаса, это вообще классно. На самом деле люди 2 часа, допустим, если нужно вставать в 7, они 2 часа тратят в Инстаграме. 2 часа лежат, смотрят, у кого какая жизнь. Я когда говорю про тайм-менеджмент, что о чем имею в виду? Что мы все знаем, что женщинам положено спать 7 часов, 8 часов, а мужчинам положено 7 часов, а детям положено 10 часов. И поэтому детям очень важен сон. И когда ты, допустим, в 12 засыпаешь, да, и просыпаешься в 7 утра, то есть в 7 утра тебе надо на работу. Ну, условно, ты в 7 утра ты должен проснуться, и 8 к тебе на работу, чтобы к 9 быть в офисе. Ну, конечно, ты не выспишься. Потому что у тебя нету четкого графика. Ты не можешь нормально выстроить свой график, и поэтому у тебя бардак. И поэтому у тебя нету тайм-менеджмента. И поэтому ты нервный, и поэтому ты такой уставший, и поэтому ты такой всегда недовольный, всегда жалуешься, ну потому что ты не можешь выстроить свой тайм-менеджмент. И все. А я когда просыпаюсь утром, я что делаю? Я вообще не смотрю телефон. Я не ставлю будильник, потому что я знаю, что у меня уже в голове, у меня тело уже знает, что я засыпаю в 9 вечера, или в 10, и просыпаю в 7 утра, либо в 6. Но в основном в 6:30. И я, когда открываю глаза, да, то есть я понимаю, что я выспалась, я понимаю, что я 8 часов проспала, и, соответственно, мне нужно просыпаться. То есть у меня нет такого, что, ой, я посплю там 10 минут, ой, я посплю там 15 минут, сори, 5 минут или 15 минут. То есть почему все, да, успешные люди, и все, которые спортсмены, почему говорят, что завтрак очень важная часть вообще в здоровье человека, потому что завтрак это, когда ты завтракаешь, у тебя запускается весь организм. Это вот как ты заправился, да, вот, там, заправил свой автомобиль. Это точно так же, когда ты завтракаешь, у тебя на весь день, у тебя день будет чики-чики, вот реально. То есть, если ты завтракаешь, вовремя встаешь, вовремя завтракаешь, у тебя все четко, все проходит, вот реально. То есть, ты можешь пропустить ужин, ты можешь пропустить обед. В общем, у меня ребенок начал плакать, я остановила видео. Так что, девочки, подумайте над своим поведением. Всем пока.